Учиться, учиться и еще раз учиться. Мы не только знали наизусть таблицу умножения, но вот лично я знал периодическую систему Менделеева. Почему советское образование считалось лучшим в мире? Более крепкие становились блистательными студентами, выдающимися работниками и учеными. Вспомним вместе со звездами, чему учили в школе. Я помню, как меня учили подметать пол. Это же искусство, не просто так. У нас даже эстетика была, вот что. И пригодились ли эти знания в жизни? Я вообще не знаю, как из меня человек получился. Мучились со мной. Одни тройки, у меня в аттестате одни тройки. Советское образование. Бесплатное и лучшее. СССР. Знак качества. В субботу в 13:35 на телеканале «Звезда».